Понимаешь, в чем прикол? Тут же были ну, мы, если типа долгенько не берем, на комдива три уголовки сейчас висит, его сажают. И все, а смысл в том, что долгенько, еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. Угу. А мы вон за него воюем. А, блядь, где эти стратегии ебаные, командование, министры сраные?